двигатель работает ровно без посторонних шумов и стуков. Масло двигателя рабочее. Просто налет это как бы фен. Устанавливались. Стоять китайский. Ближний дальний работает, габариты работают. Это не нашел кнопку включения тумана. Здесь тоже все работает. Габариты, поворотники. Все мигает. Повторители поворота тоже. Вентиль здесь поцарапан получается. Здесь немножко. Склон небольшой. Я не нашел крашеных элементов. А? Я не нашел крашеных элементов. Потому что я не помню, где на какой он берет там. Там такие они незначительные. Может тут просто замена детали золота. Я сейчас посмотрю. Я просто не помню. Хотя. Ну надо сейчас посмотрю на бампере, вот сеточка небольшая. Хотя нет, это. Бампер вот здесь красился. Нет. Поверность, которая у нас работает. Почему это конечно система? Вот это все работает. Камера без наклонения работает. Сигнал работает. Никаких посторонних стуков, шумов. Абсолютно не работает. Тепло. Работает. Зеркала складываются, раскладываются. Левая двигается, правая регулируется. Камера заднего вида работает. Работает. Печка
работает, обрыв заднего стекла, режим все переключается. Подвижка тоже работает. Вроде целый. Бардер нужно покачать, пока я обложку где-то зацепился. Ничего не бежит.